Здравствуйте, вы смотрите новости на 7-м канале. Меня зовут Илья Филонов. И в ближайшие 30 минут вместе с вами в прямом эфире говорим о самых важных, на наш взгляд, новостях. И прямо сейчас коротко главные темы выпуска. Один из символов города – гаубица на Покровской горе – перестала стрелять. Пушку увезли на ремонт. На север края идут сильные морозы. В Красноярске тоже похолодает. Прогноз синоптиков на третью неделю декабря. Налог на самозанятых теперь будут платить и в Красноярском крае. Наш регион вошел в число экспериментальных. Как это облегчит или усложнит жизнь местных фрилансеров? И очередная серия проекта «Красноярск без путеводителя». Здесь нужна очень серьезная координация движений. То есть, видите, здесь одна рукоятка, в отличие от самолета. То есть... Денис Денисов взял урок управления самолетом. Кто чаще всего садится за штурвал симулятора и о чем мечтает бизнесмен, открывающий людям небо? Красноярск на время остался без своего символа. С караульной горы убрали пушку. Теперь традиционного выстрела в 12 часов дня не будет. После обследования стало ясно, гаубице необходимо техническое обслуживание. Орудия отправили на ремонт. Теперь им займутся военные специалисты на учебно-полевой базе СФУ. Сколько продлится ремонт, ни в мэрии, ни в университете не говорят. Нужна более точная диагностика. Напомню, гаубицу Д-30 собрали еще в начале 60-х. Точно такая же пушка дает залп на Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В Красноярске орудие исправно работало последние 4 года. В 2015-м оно заменило устаревшее оборудование. А самой традиции полуденного выстрела уже 18 лет. В Красноярск прилетел соперник боксера-тяжеловеса Дениса Лебедева. Бой состоится в эту субботу, а до этого южноафриканский спортсмен собирается не только тренироваться, но и гулять по городу. Табиса Мчуну рассказал, что это его первый визит в Сибирь. К поездке он подготовился, взял много теплой одежды, а меховые варежки и шапку ему подарили уже на красноярской земле. Тренировки, конечно, важный процесс, но сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться и подготовить себя к бою. Я предполагаю, что смогу прогуляться по городу и посмотреть, что здесь есть. Денис Лебедев – бывший чемпион, насколько мы знаем, поэтому я думаю, что это будет очень интересная борьба. Я хорошо подготовился и надеюсь, что публике это понравится. Табиса Мчуну 31 год, на счету южноафриканца 21 победа и 5 поражений. Его соперник Денис Лебедев старше на 9 лет. Он был лучшим в поединках больше 30 раз и только дважды проигрывал. У российского спортсмена уже есть 2 чемпионских пояса. Бойцы выступят в тяжелой весовой категории. 21 декабря во Дворце спорта имени Ирыгина боксеры сразятся за титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета. Из-за встречи двух боксеров-тяжеловесов в субботу поменяется схема движения у Дворца спорта Ирыгина. В этот день с 7 утра и до полуночи для водителей закроют поворот направо на съезде с коммунального моста. Проехать нельзя будет в сторону клуба «Креофил». Также запретят остановку и стоянку машин в Ирыгинском проезде и вокруг самого спорткомплекса, в котором пройдет бой. Для водителей установят временные дорожные знаки. А возле Платинум-арены появилась новая остановка для городских электричек. Благодаря этому красноярцам будет проще добраться до микрорайона Тихие Зори, а также попасть на чемпионат России по фигурному катанию. В РЖД говорят, от станции Красноярск до Платинум-арены электричка идет 8 минут. А бесплатных шаттлов в этом году решили отказаться. Вместо этого в дни соревнований увеличат количество автобусов на 31-м маршруте. И ожидания сократят до 7 минут. В дирекции арены «Платинум» посоветовали горожанам добираться до спорткомплекса именно на общественном транспорте. Парковочных мест для автомобилей возле стадиона может не хватить. Есть штатные две парковки большие, это порядка 1100 машиномест. Есть парковки в близлежащих территориях. Если мы говорим полностью, то где-то около 1500 парковочных мест для личных автомобилей у нас на территории есть. Мы поэтому предполагаем, что на все 4 дня будет полностью 100% загрузка. То есть мы ожидаем каждый день по 7000, порядка 30 тысяч человек. Вот только главную звезду отечественного льда, фигуристку Алину Загитову, на чемпионате красноярцы не увидят. На этих выходных спортсменка объявила, что приостанавливает свою карьеру. Напомню, в прошлом году Загитова в 16 лет выиграла олимпийское золото на играх в Корее. Тогда она побила мировой рекорд, который за 10 минут до этого установила другая россиянка. По состоянию на 7 декабря девушка занимает первую строчку международного рейтинга и является лучшей фигуристкой планеты. Однако после такого триумфа Загитова решила взять паузу в карьере. Она не приедет на чемпионат России в Красноярск, а значит в этом сезоне пропустит и чемпионат Европы, и чемпионат мира. И вот почему.
Наверное, потому что у меня сейчас все есть в жизни. А всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я ищу, хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние, что я хочу выходить на старт, что мне это хочется. В Красноярский край идут 40-градусные морозы, сильно похолодает уже сегодня ночью, но только на севере. А в Красноярске на этой неделе температура опустится максимум до минус 15 градусов. Такой прогноз дает гидрометцентр. Подробнее о погоде расскажет Альфия Еремеева. До Нового года осталось чуть больше 2 недель. В Красноярске уже открылись елочные базары. Всего в городе будет около 50 точек, где можно купить не только хвойные деревья, но еще и сувениры и игрушки на елку. Между тем, погода только сейчас начинает напоминать настоящую сибирскую зиму. По крайней мере, температура больше не поднимается до нуля, как было на прошлой неделе. Во вторник обещают минус 8 днем и минус 12 ночью. В среду будет немного холоднее, зато ветер будет не таким сильным. Ночь на четверг станет самой теплой на неделе. Обещают всего лишь минус 11 градусов. Днем температура тоже будет комфортной, всего минус 7. Малоснежным этот декабрь не назовешь. За первые 2 недели месяца выпала примерно половина от нормы осадков. И снегопады обещают в ближайшие дни, закончатся они только в пятницу. Этот день будет самым холодным на неделе. Днем обещают минус 10, ночью минус 15 градусов. В субботу подует восточный ветер, он принесет небольшое потепление до минус 5. Правда, только днем, ночью температура по-прежнему будет опускаться ниже 10 градусов. И только в воскресенье обещают солнечную погоду и никакого снега. Кстати, 22 декабря – это день зимнего солнцестояния. Это значит, что начиная с воскресенья, солнце будет с каждым днем вставать все раньше и раньше, а световой день будет становиться длиннее. Альфия Еремеева, Станислав Смирнов, 7 канал. Суд до февраля продлил арест бывшей чиновницы департамента имущества Ирине Тюриной. Одного из ее предполагаемых подельников выпустили из СИЗО под домашний арест. Напомню, Тюрину подозревают в получении взятки размером в 450 тысяч рублей. О других новостях в двух словах расскажем далее. Под Красноярском водитель Мазды устроил ДТП с 3 грузовиками. По словам очевидцев, легковушка начала обгонять фуру, но задела ее прицеп. В результате водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречку. Там врезался в газель, а затем попал под другой грузовик. Один человек погиб, еще двое находятся в больнице. В аэропорту Емельянова станцевали балерины. Артистки исполнили фрагмент из «Лебединого озера». Оказалось, это были съемки промо-ролика для театра, оперы и балета. Его покажут в Европе. Аэропорт – это первая локация. Дальше будут съемки в самом театре, на столбах и в других знаковых для Красноярска местах. Филиал по доставке суши «Оригами» на Карамзина закрыли на месяц. Такое решение вынесли судебные приставы. По итогам проверки на торговой точке нашли множество нарушений. Например, на полуфабрикатах не был указан срок годности. Доски и ножи лежали без маркировок, а поваров не осматривали на наличие заболеваний. Напомню, в ноябре едой из «Оригами» отравились 40 человек. В Иркутске задержали лжецелительницу. Она может быть причастна к преступлениям в Красноярске. Цыганка втиралась в доверие к пенсионерам, воровала у них деньги и драгоценности. Нашли ее благодаря заметным белым сапогам с необычным узором. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве. В этом году в Красноярске подскочили цены на рыбу, фрукты и сыры. Овощи тоже традиционно подорожали в декабре. Об этом сегодня рассказали в Красноярск-Стате. Там ежегодно мониторят цены на продукты в Красноярском крае. За год стоимость большинства из них выросла. Сильнее прочих подорожали говядина и рыба почти на 20%. Зато подешевели и край картофель. Средний чек новогоднего стола на семью из 3 человек составит почти 5 500 рублей. Это на 130 рублей дороже, чем в прошлом году. Однако одно из главных новогодних блюд, по подсчетам специалистов, по-прежнему осталось доступным. Стоимость традиционного для новогоднего стола салата оливье. И в среднем получается стоимость у нас 335 рублей. Ну, можно сказать, что сюда вошли такие продукты, как морковь, картофель, овощи консервированные, колбаса вареная, яйцо, лук репчатый и майонез. Ну, в среднем это около 2 килограмма салата. Если вы стали свидетелем происшествия или у вас есть новости, присылайте их нам на Viber или WhatsApp 7 канала. Номер телефона 8 391 2900 333. Пишите нам, и мы постараемся вам помочь.
Эксперимент с налогом для самозанятых проведут и в Красноярском крае. Кому это выгодно и сколько придется платить, расскажем после короткой рекламы. Владимир Путин подписал новый закон. С 1 января в крае начнется эксперимент с самозанятыми. Ранее этот статус могли получить только жители Москвы и еще 3 субъектов страны. Это значит, что нетрудоустроенные, но зарабатывающие своим делом люди смогут зарегистрироваться официально. Кому выгоднее принятие нового закона, гражданам или государству, разбирался Денис Козлов. Я пошла еще раз набрать навыков, чтобы в дальнейшем попытаться, ну, это найти работу. Каждая прядь прокрашивается. Больше внимания кончикам и корням. Узнать о парикмахерском искусстве Маргарите нужно еще немало, хоть за плечами 2 месяца курсов. Женщина работала поваром, сейчас в декрете. Решила поменять жизнь и сменить профессию. Но работать на кого-то не хочет, мечтает о собственном деле. Стрижки. Стрижки, да? Покраски, мне очень интересно. А сейчас вот меня заинтересовало прически делать. Там косички плести. Вот даже в дальнейшем афрокосы, вот это вот мне вот интересно. Ну, как бы. Ну, на себя ты работаешь сам, ты все это вот контролируешь, отвечаешь за это. А тут ты, ну, как бы. Открывать ООО или ИП непросто. Куча документов, постановка на учет в пенсионном и фонде соцстрахования. О таком девушка пока даже не думает. Выход нашелся, как говорится, сам. Президент подписал новый закон. Эксперимент с самозанятыми распространили на несколько регионов, в том числе на наш край. Пока списка профессий, которые попадают под категорию самозанятые, нет. Однако одно точно, вы не должны перепродавать, также у вас не должно быть своих собственных работников. Все остальные профессии не под запретом, а значит, разрешены. Репетиторы, тренеры, художники, портные, стилисты, ведущие, как и десятки других профессий в теории, подходят под определение самозанятые. Главное условие – доход в год не должен превышать 2,4 миллиона рублей и не работать где-то официально. Из плюсов эксперты отмечают, платить нужно всего 1 налог – 4% от прибыли и 6%, если дело ведете с юридическими лицами. Также не нужно устанавливать кассовый аппарат, вместо него – приложение. Кроме того, самозанятость – это легализация своего дохода, а значит, можно взять кредит на развитие дела. Но есть и минусы. Самозанятые не платят страховые взносы, поэтому на какую-то повышенную пенсию рассчитывать не могут. Они будут получать минимальную пенсию. И поэтому предлагается им добровольное страхование там, в любых фондах, если они хотят. То же самое с больничными и пособиями там, по беременности и родам, они их получать не могут. Это минусы. Получается, государство заботу о вас переложило на ваши же плечи. По задумке властей, только в нашем крае к 2024 году должно быть почти 50 тысяч самозанятых. Пока по всей стране их чуть больше 300 тысяч. Насколько охотно люди будут выходить из тени и платить новый налог, станет понятно уже с начала нового года, когда закон вступит в силу. Денис Козлов, Сергей Раков, 7 канал. Если вы всегда мечтали попробовать себя в качестве пилота, но боялись за жизнь пассажиров, Денис Денисов знает, как безопасно исполнить это желание. В следующей серии проекта «Красноярск без путеводителя» он расскажет, где можно найти авиасимуляторы, сделанные из настоящих моделей техники. Проезжая по проспекту Металлургов, невозможно не обратить внимание на припаркованный здесь самолет. Это настоящий Як-40 с аутентичной кабиной и восстановленным VIP-салоном. Но он нужен больше для привлечения внимания и иногда для фотосессий. Настоящая авиамагия происходит внутри. Отрезать кабину от настоящего самолета и сделать из нее авиасимулятор. Звучит безумно, но у Ивана получилось превратить это в бизнес. Несколько лет назад он начинал в гараже. Теперь же голова от пассажирского Ту-154, списанного авиакомпанией, работает в отдельном центре виртуальной авиации. На тот момент это абсолютно никого не интересовало. Самолеты, так скажем, нещадно резали, утилизировали. И, грубо говоря, кто что успел перекупить, выкупить, соответственно, выкупали. Вот. Ну и я успел, в общем-то, эту кабину выкупить в том виде, вот, в котором она, в принципе, сейчас есть. И тех хозяев абсолютно никак не интересовало, что с ней будет дальше, для чего это. Купил и купил, деньги отдал и все. Каждый рычаг, кнопка и прибор настоящие. Все работает и звучит, как в жизни. И одной тушкой центр уже не ограничен.
Управление Ту-154 для новичков может показаться слишком сложным, поэтому для начинающих установили 2 года назад еще одну кабину пассажирского самолета Ан-2. Говорят, что если сравнивать с наземными видами транспорта, то это как учиться управлять мотоциклом или велосипедом. Но мы все-таки попробуем самую последнюю новинку на симуляторе. Вертолет Ми-8. Раньше он летал в новоуренгойском авиаотряде. Перед первым полетом инструктор находится рядом. Подробно объясняет, что нужно включить, чтобы все полетело. Полет будет в реальном времени. Можно даже задать погодные условия. И уже потом инструкция по управлению. Здесь нужна очень серьезная координация движений. То есть, видите, здесь одна рукоятка, в отличие от самолета. То есть там штурвал, здесь все это делается рукояткой. Вот, плюс есть рукоятка шаг-газа. Вот такая вот. И есть педали. То есть в нормальном полете летчик должен сидеть следующим образом. Левая рука всегда на шаггазе, правая рука лежит на ручке РЦШ вот таким вот образом. It's all about humanity. Хоть графика на проекторах за окном и не гиперреалистична, при взлете ощущения полностью концентрируются на управлении. Сама кабина находится в неподвижном состоянии. Горизонт на экране легко обманывает человеческие чувства. Стандартное занятие на симуляторе длится около часа, но пролетает он мгновенно. И что удивительно, навык, который только что казался волшебным, медленно, постепенно, но обретается. Среднестатистический клиент — это, наверное, 99% таких клиентов. Это люди, которые либо никогда не летали на самолете, либо летали в качестве пассажиров, но никогда не были в кабине. То есть у них даже нет представления о том, как вообще осуществляется пилотирование. Сказать, что это то же самое, что настоящий авиатранспорт, было бы преувеличением, но базовые навыки и понимание тут вполне реально отработать. Сейчас у Ивана мечта приобрести кабину от военного истребителя, но на это есть строгое законное ограничение. Но даже в этом виде это единственный парк симуляторов в крае, доступный для широкой публики. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал. Бездымное топливо, которым красноярцы топились на универсиаде, не пропало. Оно продается в наших магазинах и его покупают. Почему, расскажем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. За бездымным топливом будущее. Так отзываются специалисты о красноярской разработке. Новое вещество на основе угля получило высокие награды и теперь набирает популярность у красноярцев. Чем бездымное топливо привлекает жителей частного сектора, расскажет Владислав Пирогов. Стали они разгораться быстрее, чем уголь. Уголь, допустим, вот такой вот жар, да, я засыпаю, ну, где-то минут 30-40 надо ждать, чтобы уголь уже конкретно начал теплоотдачу давать. У Елены Юрьевны большой частный дом на 100 квадратов в Николаевке. Обогревает его мини-котельная. Она использует новое бездымное топливо. Женщина заметила, что оно не горит, как обычный уголь, или дрова, а тлеет. При этом держит тепло долго и стабильно. Теплоотдача неплохая. Но и по цене я бы не сказала, что он дорог. В основе бездымного топлива уголь, только из него удаляют летучие элементы. В результате новое топливо не только теплоэффективное, но и экологичное. Его производство только набирает обороты, а спрос уже большой. У новинки есть постоянные покупатели. На пункте выдачи бездымного топлива остался всего один мешок. До обеда раскупили 39 таких упаковок. Но расстраиваться не стоит, обещали подвести еще. Пока о том, где купить новое топливо и сколько оно стоит, знают не все жители частного сектора. А если бы люди перешли на бездымное горючее, говорят эксперты, нагрузка на экологию, о которой переживают все, значительно бы спала. Владислав Пирогов, Павел Иваницкий, 7 канал. Прогноз погоды представляет детский торговый комплекс «Изумрудный город». На телевизорной 1 строение 4. Поздравляет вас с наступающим Новым годом и ждет за подарками. Приходите всей семьей. А теперь информация о погоде. Во вторник, 17 декабря, в Красноярске облачно. Кратковременный снег. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 11, днем потеплеет до минус 7. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши Viber и WhatsApp. Номер телефона прежний 8-391-2-900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работал Илья Филонов. Спасибо, что эти полчаса вы были с нами. Эфир продолжит программа «Студия 7».